Мой тебе совет, ни за что не падай. Если упадешь, все двери будут закрыты перед твоим носом. Все те так называемые вторые половинки, друзья, родственники, даже на звонки не ответят. Ты будешь стучаться в дно. Я знаю, потому что я это дно видел. И я, будучи на самом дне этого дна, принял решение. Этот мир – несправедливое, жестокое, низкое место. И я спрошу с этого мира. Жить как человек – и твое право, и мое право.